Привет всем, с вами Эндумер, третий уровень Doom 3 Resurrection of Evil на ваших экранах прямо сегодня, прямо сейчас. Ну что же, продолжаем двигаться куда-то туда, сами не знаем куда, то ли на поверхность, то ли вглубь, то ли вширь, то ли вдаль, не знаем. В общем, в прошлом уровне что мы сделали? Мы убили босса, которого, оказывается, звали Helltime Hunter, то есть охотник адского времени, и получили в свое сердце, в свой артефакт, его силу. И стали повелевать временем, теперь мы умеем замедлять время Аки Макс Пейн, и эффект этот называется Hell Time, то есть адское время. Что ж, довольно имбовая вещь, продолжаем продвигаться и смотрим, что же этот уровень принесет нам. Какая у нас задача? А задача у нас... плита. Текущее задание миссии — плита. Плита что? Плита какая? Алло, солдат. Алло, солдат. Вы меня слышите? Алло. Хорошо. Со мной связался доктор Клау. Он ищет способ остановить нашествие. Он пытается расшифровать табличку, но не может подобрать ключ к шифру. Этот ключ есть на образце, который мы нашли некоторое время назад. Но только сейчас поняли, зачем он нужен. Ваша задача — забрать образец из хранилища артефактов и отнести его доктору Клауду в лаборатории Хариус. Без ключа мы не поймем, что делать. Конец связи. Понятно, ну теперь хотя бы задание есть. В комплексе есть плита, которая нужна доктору Макнил для дальнейших исследований. Доберитесь до склада артефактов, заберите там какой-то то ли ключ, то ли инструмент, отнесите его другому доктору, и все будет хорошо. Теперь хотя бы реально появилось задание, потому что, ну, плита — это как-то слишком лаконично, и, не знаю, я уже начал думать о какой-нибудь, возможно, духовой плите. Что отдельно доставляет меня, это то, как... Все, да, лифт захлопнулся. Отдельно доставляет, как Макнил постоянно говорит «Алло». Очень интересно, почему «Алло», она что, разговаривает по телефону? И особенно доставляет меня тот факт, что она говорит «Алло» Думгаю, который не мой и не может разговаривать. Это особенно забавно, то есть она даже не понимает, что он не может ей ответить не потому, что не хочет, а потому, что он просто не может. То есть это какое-то издевательство получается над бедным Думгаем, но она продолжает ему говорить «Алло! Алло! Ты, сынок! Какими деньгами?» И все такое. В общем, зачем было подниматься туда за той аптечкой, которая восстановила мне вроде как 10, и я спрыгнул, потерял те же самые 10, непонятно. Но я не видел, чтобы хватануть грабером, поэтому все это было совершенно непонятно. Как и задание, которое звучит как плита. Хочется попробовать кинуть в кого-нибудь бочку. Я уверен, что это будет очень круто в духе второго Half-Life, именно так, как это было там. Она сразу взорвется, сразу убьет моба, но я помню, что я еще обещал попробовать кинуть паука. Хотя, конечно, вряд ли это получится. Ну, камон, какого паука? Но что-то куда-то в кого-нибудь кинуть хочется. И вот кажется мне, что эта локация этому способствует, и скоро появится. Кто там? О, так это же Брейд! Старый добрый Врейд, как приятно увидеть снова какого-то старого товарища. Эй, Врейд, хочешь получить эту штуку? Не хочет. Ну и что, их делать? Еще один. И еще один. Как сказал бы диджей Калиб. Another one. Ничего себе, они здесь прям один за одним посыпались. У меня так на патронов не хватит. Зажали меня в угол эти Врейсы. Что ж, довольно эффектно было их появление. И так приятно видеть какого-то монстра, который уже был, не новый. И я от нового бы не отказал. Сколько их там? Эй! Они еще не с одного удара дохнут иногда. Хотел огреть его почему-то этой вот коробкой, этим ящиком, но как-то не светло, особо не получилось у меня это сделать. Не знаю почему, может, потому что он был слишком близко к ней. И полета как такового не было. Что это? Ручные гранаты. Когда я навожусь на что-то, появляется такой вот кружок и написано «захват», поэтому нужно ориентироваться. Ну и звук характерно тоже раздается, не знаю, слышите ли вы его. И в прошлом бою с Врейсами я совершенно, абсолютно забыл о том, что у меня есть Hell Time. Вероятно, стоило его использовать в столь непростой битве, но я тертый Думга, я привык полагаться только на себя. И снова яйца. О, паук, я хотел бросить паука, но он появился так внезапно, что я не успел подумать об этом. И снова мне не до хелтайма, потому что я банально не вижу этих брейсов, а использовать хелтайм на то, чтобы они тысячу лет проявлялись из своей фазы обратно, это как-то нелогично. Интересно, интересно, но судя по тому, что выдали мне столь читерный имбовый, на мой взгляд, хелтайм,
Поэтому и бои стали посложнее, и по, как-то по увесистее, по нажористее, потому что предполагается, что я буду использовать его постоянно, и мобы теперь подаются прям уверенными пачками, это мне очень нравится. Яйцы! Мы уже видели яйца в конце третьего дума, но не совсем понятно было, для чего они нужны, кроме как содержать какие-то письмена. О, заряжайся. Все, зарядился. Поэтому, что такое яйца, для чего они нужны, так ответа мы и не получили, и, видимо, уже не получим. Тут, кстати, не достает одного из яиц. Поэтому не ясно, где. Так что да, несмотря на то, что Helldime штука имбовая, но как бы вынуждают меня и пользоваться. О, я хотел попробовать, давай. Можно брать паука, смотрите. Это же просто смешно. Я угадал, я реально угадал. Я прям не знаю, почему, но в Resurrection of Evil мне... Мне удается угадывать, реально угадывать, предвосхищать происходящие события, и паука действительно можно хватать грабером. Кто бы мог подумать? Это же нереально. Я был на 100% практически уверен, что это не получится сделать, потому что, ну камон, паук это все-таки моб, правильно? И как можно его хватать? Я еще наивно предположил то, что паук, он примерно весит как труп. Это, конечно, вообще отдельный смех был, но... Действительно получилось, реально получилось схватить паука, и я просто в каком-то феноменальном восторге, потому что я сам догадался до этого, я просто догадался до этого. Никто мне не подсказывал, и в этом плане функционал грабера, конечно, очень радует и впечатляет, потому что, ну, ты можешь придумывать что-то свое, ты можешь как-то разноображивать игровой процесс своими придумками. И согласитесь, идея наитупейшая, попробовать бросить паука грабером, идея просто архи-глупая, но ведь она сработала просто потому, что о такой глупости я и подумал. Это нереально круто. Так, ну что, есть ПДА? Кстати, когда ты... Эй, оставь. Ага. А, ну здесь по-любому придется использовать, конечно. Или что это? О, тут уже какие-то египетские пирамиды пошли. Зал испытаний. Испытаний для чего? Интересно, что я как-то обещал попробовать убить Хеллнайта с бензопилы, но я узнал, что грабер в этой игре, в Resurrection of Evil, заменяет бензопилу, и бензопилы не будет, поэтому не знаю, как и когда уж у меня получится это сделать. Возможно, в Lost Mission, если вернут бензопилу, и Хеллнайт там будет. Не могу хватать я эти штуки. Ладно, давайте посмотрим, что там за ПДА такое. Но я прямо в безумном восторге с тем, как это получилось с пауками. Прям меня распирает от радости то, что я реально сам это изобрел. Стюарт Джексон. Сержант охраны Ребус. Нет аудиозаписи. Что на почте? От securityec.net. Прорыв охраны склада артефактов. Всему персоналу прорыв охраны склада артефактов. Примерное время 15 марта 2147 года, 8:27 утра, сообщил Виктор Харьков. Вот, кстати, я почему-то начинаю думать, что он никакой не Харьков, а Харьков. Ну тогда почему там А, а не О? Но было бы забавно, если бы он был Харьков. Это автоматическое сообщение было отправлено через Security. После расследования не забудьте заполнить отчет. Приятного дня. Оригинальное сообщение от самого этого владельца ПДА. У нас было проникновение на склад артефактов комплекса Ребус. Необходимы срочные меры. И ответили ему автоматическим сообщением, всему персоналу. Или это рассылка такая? Джон Рич. Значит, наш человек написал... Ну, вот этот, как его там зовут? Стюарт Джексон. Написал Джону Ричу. Капитан, у нас тут странные вещи творятся в Ребус. Ученые напуганы до усрачки. Здесь много персонала, который нужно защищать. Мне нужно подкрепление. Можно кого-то прислать? И Джон Рич ему ответил. Из-за макни у людей остается все меньше. Но у меня есть несколько человек, которых я могу послать. Хернандес свяжется с вами. Ну, видимо, связался. Что интересно, Макнил реально выглядит, не выглядит, точнее, каким-то злодеем, как Битругер выглядел изначально, поэтому не думаю, что она засланный агент. Эти плиты что-то шепчут. Ну ладно, давайте попробуем. Сейчас они пролетят, я использую Helltime. Опа, Helltime, поехали. Давай, Helltime, веди меня. Заряжайся, Helltime. Опа. Отлично, вовремя я встал зарядиться как раз для того, чтобы эти хрени пролетели передо мной, а я бы неизменно на нее попал. Интересно, что это такое? Что это за звезды? И очень интересно то, что Helltime заправляется душами, и эти... Как-то это коварно. Ты че? Ты меня так не пугай. Как-то это довольно коварно и как-то некрасиво использовать
для этого трупы, класть их на уровне. Разработчики кладут трупы для того, чтобы я заряжал свой новоявленный кубодуш. Это как-то некрасиво. Что, Холнай? Кто ты? А, я вспомнил, я хотел посмотреть, как его зовут. Так вот, его зовут Вулгар. Что бы это ни значило, зовут его Вулгар. То есть, вульгарный. Не знаю. Поэтому, реально как не знаю, будет ли здесь Hell Knight в этом аддоне. Это только третий уровень из 12. Давай я тебя убью, чувак, чтобы ты не мучился. Чтобы я не смог с тебя высосать душу. А, я и так не могу, у меня они полные. Ну, короче, это как-то очень кощунственно. Разработчики прям бесчувственные твари, которые кладут трупов для восполнения ресурсов специально. Это как-то так некрасиво. Так неприятно. Найдите дверь, два энергоядра, чтобы включить систему фильтрации склада артефактов. Хорошо будет сделано. Может статься, что... О! Я еще одного вижу. Может быть... Кстати, этот Вулгар похож на Арчвайла чем-то. И кажется, я видел то, что такая моделька должна была использоваться... На думике я посмотрел, такая моделька должна была использоваться для модельки Арчвайла в альфа-версии 3-го. Думаю, что же, это было бы очень красиво. Вообще понятно то, что Resurrection of Evil Lost Mission содержит все какие-то вещи, которые по каким-то причинам в самый оригинальный 3-м Doom не вошли. Какие-то идеи, какие-то наработки, какие-то скетчи, какие-то вот все вот эти вещи, которые не вошли в 3-й Doom, используются здесь. Насколько я понял, Lost Mission, так это вообще 7 уровней, которые первоначально предполагались быть в составе 3-го Doom, но случился перебор, перегруз, и они туда не вошли. Дайте, дайте. А, граббер. Точно, к этому еще надо привыкнуть. Вот бы сейчас я туда залез и свалился вниз, но граббер выручил меня. Так вот, уже забыл, что начинал говорить до этого. А, о том, что, по всей видимости, этот уровень все-таки будет уже, наконец-то, подлиннее, чем первые два. Ух ты, стеклянная дверь. А, Престон, Глен, доктор Харьков. Хорошо. Видимо, скоро доктора Харькова, собственно, персону мы найдем. И да, действительно, кажется, что уровни... Точнее, этот уровень будет подольше, потому что там две хрени каких-то найти надо. Куда-то вставить, куда-то пройти на какой-то склад. В медлаборатории, то есть здесь мы уже будем бегать побольше. Такая большая жирная цифра 2. Вот очень приятный, очень... О, нет! Нет, как же ты меня подставил своим бегом. Почему я не могу пройти? Очень удобно использовать против солдат гранаты. Интересно, когда мне повыдают другие оружия. Плазмоган! Или хотя бы пулемет шестиствольный. 5.1.6, это отсюда? Нет! Я помню, в прошлом уровне был код 5.1.6 от какого-то шкафчика, но я так и не нашел тот шкафчик. Так и не нашел его. Не было его на уровне, где-то он был от меня запрятан. Здорово. Гранату? Да, держи. Кажется, граната проскочила мимо него. Или нет? Ну ладно, пришлось всрать гранату впустую, но у меня, слава богу, их еще немало. И вот они пошли, шотганеры, так сказать, дробовичники, которых вроде бы как бы еще не было пока что. Все равно по какой-то причине не покидает меня ощущение, что... Ты кто? Это зомби, проходящие через рентген. Реально зомби, смотрите-ка. Быстрый зомби, который раньше горел, но сейчас не горит. Так вот, не покидает ощущение, что все здесь как-то очень быстро. Очень быстро как-то. Все вот накидывают вот так вот нахрапом, потому что уровней мало, уложиться в рамки надо. Все как-то вот быстро, наспех. И очень не хватает ощущения... Вон кто-то, кстати, стоит. Наверное, это доктор Харьков. Я не вижу, есть у него голова или нет. Он так наклонился, что по нему и не скажешь. А как мне засветиться в рентгене? Как они отсюда вышли вообще? А, они шли с этой стороны. И поэтому создается ощущение, что все, наскоро и наспех. И мне не нравится это. Мне нравилась растянутость 3-го Дума. 27 уровней в нем было вполне себе достаточно. А здесь как-то все... Все очень-очень-очень-очень-очень быстренько. Что ж, это было прикольно. Жалко, я сам не могу пройти там и посмотреть на себя. Почему все там так мигает, светится? Это какой-то баг с текстурами или что это? Непонятно. Ну ладно. Может быть, доктор Харьков объяснит мне или кто он там. Не подходи. Не понимаю. Не подходи ко мне. Да ладно. Что-то не... Не подходи.
Да я не подхожу. О, наглядная демонстрация, как человек превращается в зомби. Мы такое видели только один раз. Во втором уровне третьего дома, когда началось вторжение, мужик, который стоял рядом с нами и сказал, что это он ответственен за то, что открыл клетку дьявола, превратился практически на наших глазах в зомби. И вот второй раз мы только это увидели. И, видимо, это был тот самый Престон Глен, чье ПДА мы нашли. И смотрите, какая удача, снова нет аудиозаписи. А кто он такой-то? Архивариус! Ну, хоть не нотариус. Работал в разработках Ребус. Виктор Харьков. Так, значит, Архивариус пишет Харькову: Виктор, я должен выбраться отсюда. С того момента, как начались эти звуки, у меня странное ощущение. Я стал торопиться, не могу сосредоточиться. Словно мне больно. Мне нужен отдых, нам нужно выбираться отсюда. Такое чувство, как будто он создавал вот этот дом Resurrection of Evil, и он писал, что он должен торопиться, не может сосредоточиться. Виктор ответил ему: держись, не знаю, что ты слышал, но мы здесь пробудем еще лишь несколько дней. Похоже, что у доктора Макнил все под контролем. Давай просто закончим работу, чтобы всем отправиться домой. Поверь, я хочу выбраться отсюда так же сильно, как и ты. Конечно, у доктора Макнил вообще все на мази, она же на земле сидит. ВХ. Элизабет Макнилу написал, значит, этот Престон Глен. Доктор Макнил, я ценю возможность работать с вами и нашими коллегами, однако я думаю, что мне будет лучше где-то еще. Работа здесь в Эребус интригует, но я чувствую себя изолированным и отстраненным. Я думаю, что мне будет лучше в обычном офисе, возможно, на земле. Честно, я здесь схожу с ума. Спасибо за внимание, П. Что отвечает Макнил? Доктор Глен, я понимаю, что мы все под ужасным давлением. Уверена, мы все хотели бы купить билет домой, но наша работа слишком важна, чтобы сдаваться. Дело, над которым вы трудитесь с доктором Харьковым, имеет большое значение. Когда все это закончится, вы поймете всю важность ваших исследований. К сожалению, мне нужно, чтобы весь персонал оставался в комплексе Ребус. Не волнуйтесь, мы отправимся домой скоро. Ну, возможно, Макнил не на земле сидит, но мне кажется, что все-таки на земле. И вот как раз-таки обновление кода. Мистер Клен, мы пополнили хранилище в медицинском комплексе. Новый код 769. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если будут проблемы. Эванс, начальник охраны, раскоп 1. Я думаю, что 769 это код именно от того шкафчика, который мы только что видели, поэтому я чуть-чуть обратно вернусь, чтобы его открыть, потому что там может лежать все что угодно, вплоть до БМГ, как мы знаем. Опа, патроны. А у меня еще полный патрон на автомате. Да, 660 патронов. Так, 7, 6, 9. И что? Пара гранат и патронов на что? На пистолет или на дробовик? На что? Ну ладно, и на том спасибо. И плюс к тому, почему-то вот третий Doom, оригинальная компания третьего Doom выглядит как целостная, продуманная, грамотная компания. То есть в этом всем именно живешь, именно в этом находишься, в этой базе, которая сначала функционирует нормально, после этого она становится захвачена демонами. Во всем этом реально живешь, веришь, находишься и веришь всему этому. Но здесь как-то не знаю, откуда тут насрался комплекс, еще какой-то Эребус, каких-то раскопках. Что-то здесь происходит. Понаехали сюда люди с земли. Оказывается, что здесь и были люди, потому что здесь были зомби. Откуда что-то это все взялось, что-то все дополнительно, как-то все это неясно, как-то это все добавочно. А, точно, я же теперь могу. Да что такое? Теперь могу применить это ПДА, чтобы спуститься. Как-то это все вторично. Как-то это все вторично и выглядит, конечно, как аддон, как DLC, как упомянули в комментариях, да, это слово. И это реально выглядит так, но как-то почему-то. И в этом ничего плохого нет. Обычно DLC для игр так и выглядят, из этого и состоят, но почему-то в это все не верится. Как-то в это все не верится, как будто это откуда-то сбоку было пришпилено и не совсем осознанно. Кто это? Стивен Крейн. Ну что ж, посмотрим. Наверняка будет аудиозапись. Скрините. Нет аудиозаписи. Смотрите-ка, 4 ПДА подряд нет аудиозаписи. Только у одного она была. А что удивительно. Сержант охраны. Что за письма? Зато писем хоть отбавлять. Стюарт Джексон готов к этому? Ну, здешняя скука дала свои плоды. Я наконец-то подобрал код к старой витрине сержанта. 428. После смены давай откроем ее и отправимся на стрельбище Стю. Джейк Хернандес. Джей Ку писал этот парень. С этим местом что-то не так. Я хочу, чтобы ты создал патрули в Ребус и Кобус. Пусть твои ребята будут на чеку. Я хочу, чтобы мы были готовы к любым ситуациям. Крейн, конец связи. Ответ был... Ответ убил. Понял. И, опять же, Стюарту Джексону пишет этот парень. Стю, мне очень скучно, я не стрелял уже несколько месяцев. Эта двустволка в офисе сержанта меня манит. Опа!
Хочется добраться до нее. Напоминает мне про охоту в Мэне, но такого больше большого медведя я никогда не валил. В любом случае, есть вести о последних заданиях. Успокойся, я работаю над этим, был ответ. Над чем? Над вестями о последних заданиях? Мэн. Любимый штат Стивена Кинга, и особенно город Бангор, и особенно его аэропорт. Двустволка, смотрите-ка, двустволка, нам намекают о двустволке. Я забыл код, мне сразу нужно посмотреть его, чтобы ни в коем случае не просрать двустволку. Ребята, 428. В третьем думе двустволка из второго дума, это же невероляха муха ядна, как говорится, это вообще фантастика. Хотеть. Так, вас я что-то не особо хотеть, и хелтайм на вас мне явно не нужен. Тут стало слишком много ходов проходов сразу. Клад артефактов. Сюда мне нужно попасть, и сюда мне нужно вставить две этих хрени откуда-то. Ну что ж, чувак, ты не дожил до того, чтобы пострелять в своем родном штате Мэн, поэтому я вместо тебя это сделаю, когда вернусь отсюда. Офисы, управление артефактов. Хорошо. Пойдем сначала в офис, потому что я думаю, что двустолка будет скорее в офисах, чем в управлении артефактов. Кстати, что-то давно Битругер не смеялся. Он же раньше любил похихикать по нескольку раз на уровень, но что-то не в этот раз. Все в крови, куча что-то зомби появилось. Ну, зато дают классно поместиться старого доброго шотгана. Это прям бальзам на душу, как говорится. Ну что же. Чего-то очень мало импов. Я очень привык, что в третьем думе импы просто в каждом уровне, на каждом шагу. Но здесь почему-то ими прямо пренебрегают, импов прямо немного. Конечно, я жду Хеллнайта, я думаю, что Хеллнайт наверняка будет. Я уже слышал это кряхтение, так кряхтел Пахом, когда отдавал мне грабер. Так вот, и я, конечно, думаю, что Хеллнайты все-таки будут, ибо монстры крутые и увесистые, и им в этой игре, конечно же, место есть, но... Наверное, они будут чуть-чуть просто попозже. Ты сам сдох или от чего? О, я слышу супер токер! Вот он. Здорово. Я как-то делал ачивку не на запись, но просто делал набит 25 тысяч очков на этих индюшках. И должен сказать, это было долго. Это было очень-очень... Вот она, посмотрите, настоящая охотничья двустволка, и рядом какой-то ключик. 4. Сколько там, 2 или 6 было? По-моему, 2. 8. О, да! И ключик. О, я слышал, ключик поднялся с тем же звуком, как он поднимался и в оригинальных думах, первом и втором. С тем же звуком он поднялся. Я гарантирую, это вот этот дэдэн. Ключ от администрации и двустволка. У двустволки всего 2 патрона в заряде, как это ни странно. Но 214 в запасе, откуда я их столько подобрал? Или она делит патроны с чем-то? Да, она делит патроны с дробовиком. И мне прямо не терпится опробовать ее. Двустволка, вы только вдумайтесь, в третьем думе. Какая двойная отсылка к классическим думам по самой двустволке и по звуку поднятия ключа. Просто незабываемо. Вот хотя бы за это я уже... отношусь к Doom 3 Resurrection of Evil с каким-то почтением, надо сказать, потому что грабер пускай впечатлил меня не особо, потому что это очень вторичная идея. Ты чё пляшешь? Я ж тебя даже не тронул. Это вторичная и, честно сказать, украденная идея у Valve с ее Half-Life 2, но двустволка, батя, здание, как говорится, и я готов развалить. Автосейв. Что тогда будет сейчас? Если что, у меня хеллтайм на готове, грабер на готове, двустволка заряжена. Заносите. Так, судя по тому, что тут валяются трубы, у автосейв стоит аптечка, и дали мне двустволку, сейчас, наверное, будет бой. Давайте запишемся и посмотрим, что это будет. А, сейчас станет темно. И что, тебя ждал? Ну, явно нет. Ну, как-то жалко тратить двустволку. Она стреляет сразу 2 патронами натурально. Она стреляет сразу двумя патронами, то есть, конечно же, никакого одиночного огня здесь нету, не планировалось. И мне бы было жалко тратить патроны на двустволки в классических думах. Но с учетом того, сколько патронов в третьем думе дается вообще в целом, просто безграничное, бесконечное количество, мне вовсе нет нужды переключаться обратно на дробовик, целью подэкономить патроны.
Я думаю, что я вполне могу себе позволить такую роскошь, как отстреливать слабых монстров из двустволки вполне. И, признаться честно, уж очень хотелось ее опробовать. Super Turbo Turkey Puncher 3! О, а вот и гнусные хихиканья пошли. Давненько их не было. Пошли галюны, какой-то фильтр из Инстаграма. Был там такой фильтр красный с... А даблкил реально оформили? С этими полосами. Подред. Я хочу даблкил. Да, даблкил получился. Еще даблкил. Смотрите, какая красота. Двустволка реально пробивает насквозь. Именно для этого все это мне и сделали. Именно для этого мне все это и оформили. Для того, чтобы я... понаслаждался, в общем, выстрелом из двустволки, потому что, как я говорил, очень уж хотелось, и я бы не стал жалеть ее и переключаться на дробовик, приберегая ее для сильных монстров точно. Я гарантирую это, потому что уж слишком велик соблазн. Ну и плюс показали мне, что оружие действительно мощное, и с его помощью можно... можно действительно делать даблкиллы. Вполне себе спокойно, и это прям очень-очень-очень-очень круто. Кстати, фонарик не то чтобы очень сильно мне пригождался в Doom 3 Resurrection of Evil. Здесь довольно освещенное пространство, и вышел отсюда Булгар, чтобы как бы показать мне, эй, тебе нужно сходить еще сюда, и за это тоже респект. Ух ты, Булгары. Держи, Булгар. Двустволки, залп. Ух, как ты выскочил внезапно, не ждал такой подлости от тебя. Вот теперь, когда у меня есть двустволка, с которой уж гарантированно Булгар успокаивается с одного удара, уж тем более точно нету особо нужды переключаться на грабер, что-то там ловить, промахивать, когда можно просто жахнуть. Что, снова бочки надо будет кидать в этот, в приемник? Я очень этого не хочу. Так, ну что? Аптечка мне как раз нужна. И что есть здесь? А, вторая штука. Не понял. Как это не хватает энергоядер? Я же высунул его оттуда. Или я наоборот ставил? Не понял. Или мне... Что мне надо-то? Так, это, видимо, показывается зона, в которую мне надо попасть. Так я же вытащил оттуда энергоядро, разве нет? Ууу, бэктрекинг. Ладно, проверим. Благо, бежать там недалеко. Проверим. Но замес зомби мне очень понравился. Было очень круто оформлять двойные убийства по ним. Так, стоп, я же вытащил эту штуку. Или я, наоборот, ее вставил? Ну? Я вытащил эту хрень. Так почему я не могу тогда ставить? Так. Мне что нужно сделать? Добыть два энергоядра, правильно? Найдите два энергоядра, чтобы включить систему фильтрации. Я вытащил одно. Нашел. Так, а почему я тогда не могу вставить его туда? Почему он не пишет? Или туда надо сразу два впихнуть? В таком случае мне где-то нужно найти еще одно. Не добил индюшку, пришлось возвращаться. Хорошо. Значит, где-то наверняка нужно найти еще. Слушайте, я так стал уверенно себя чувствовать. Эта двустволка, она такая мощная, такая крутая. Прям вот все как во втором Думе. Та же уверенность, та же... Да и выглядит она круто. Действительно круто. Похоже, правда, скорее на какой-то простой обрез. Не такие же длинные у нее стволы. Но очень-очень здорово все это. Может, мне вниз куда-то надо? Что это, гидракон работает? Что ж, моя не понимать пока что, почему. Действительно, нужно две хрени туда ставить. Давайте почитаем. Да, нужно действительно две. Но почему я не могу тогда хотя бы одну вставить? То есть нужно вставлять обязательно сразу две. Одна не канает. Очень интересно. Ну что ж, получается, мне где-то нужно найти второе энергоядро, но где? Туда я попасть явно не могу, пока я энергоядра не ставлю. Может быть, где-то я что-то пропустил? Я не думаю, что мне нужно прям супер назад возвращаться. Так. Если это бэктрекинг, то... Ой, так это вообще самое начало уровня. Я отсюда пришел. Тут ядер точно никаких не было. Вон туда аптечки лежат. Ядра находятся обычно в каких-то таких помещениях. Значит, кажется мне, что я не собрал это ядро где-то на втором этаже. Почти уверен в этом.
А что за здание? До сих пор плиты? А, плита! Да, видимо, где-то тут я упустил, где-то здесь, наверное, было энергоядро, которое я не взял, потому что зачем тогда вся эта локация вообще нужна? По сути, незачем. И да, этот уровень уже действительно побольше, подлиннее, как я и предполагал. И вообще, как я уже сказал, я угадываю прямо все. Вот оно стоит, конечно. Я просто его не вытащу. Ну что? Кто-нибудь телепортируется, нет? Как-то я промахнулся мимо него, потому что я думал, что это просто какая-то... Это просто декорация. О, давай, Булгар. Получай свое. Да. Да, двустволка это, конечно, тема. Ух, не знаю. Создается у меня почему-то такое ощущение, что... Что Doom 3 Resurrection of Evil просто навтыкали столько имбовых вещей, что как-то мне даже неловко становится, как-то честно даже становится не по себе. Какой-то голос, что-то говорящий за ревербленный. Я не ожидал, что там будет стоять Булгар. И поэтому выстрелил криво и вообще чесал бровь. Поэтому не удалось шлепнуть его хорошо и быстро с одного залпа. А в двустволке нужно убивать всех только с одного залпа, иначе стрелять ты с нее не умеешь. Где-то были, я включу парня, да? Или мне послышалось? Не знаю. Просто слишком много имбовых вещей напихали. Очень много. Честно сказать, я и грабер считаю имбовые вещи, потому что, ну реально, ты... Ты просто бесплатно, тебе не нужны никакие патроны. Ты просто бесплатно хватаешь что угодно, швыряешь, наносишь урон, хватаешь плазму, кидаешь ее обратно, там, фаерболы всякие, убивающие там почти мгновенно всех этих монстров. То есть я могу Хеллнайта убить бесплатно, просто не имея патронов, там, скажем, даже просто с этой штуки. Плюс двустволка. Плюс хеллтайм. Ну и сам грабер, который мне сказал. Вот эти три конкретные вещи, грабер, двустволка и хеллтайм, это какие-то просто невероятные имбы. Невероятные, с которыми вообще можно... Что хочешь делать, никто тебе ничего не сделает. Ну да, как я уже сказал, конечно, монстры подаются более сильными и большими группами. Сильные монстры более большими группами. Да и вообще все монстры. Ну когда ж ты откроешь-то? И сами монстры стали побыстрее, порезче, как-то порезвее и все такое, но, конечно, да, даже им не совладать с этим всем. Даже им. Начать продув. Что-то я сегодня не замечаю, то, что валяется у меня под ногами. Система фильтрации включена. Ну теперь-то все. Давай. О, жизнь стала лучше, жизнь стала веселее. Вон они. Всегда соблюдайте технику безопасности. Конечно, всегда соблюдаю. Спасибо за внимание. Нет, на самом деле... Ой-ой-ой, стойте, я вас боюсь. Давай, даблкил. Опа! Не получилось, слишком бронированные парни. И, кстати, они даже успевают мне что-то там прострелить, что-то накинуть. Они мне все же успевают, даже сквозь хеллтайм. И, видимо, там лежит вот тот самый пресловутый Харьков. Нет, на самом деле я... Я согласен с этой дамой. Всегда соблюдайте технику безопасности. Всегда. Потому что она существует не просто так, и действительно ее правила написаны, как говорится, человеческой кровью. Хм. Что ж, ну хорошо, не удалось, жалко, солдат убить. Сдабл-килли, так сказать. А чё вы стоите? Чё вот ты стоишь и думаешь? Вот. Я, конечно, не знаю, что еще мне дадут. Что дальше мне, точнее, дадут в этой игре, в этом аддоне. Какие еще оружия, потому что обещали три новых оружия, я получил пока только два, это грабер и двустволка. Видимо, будет какое-то еще оружие, я просто буду представить, какое оно будет по степени имбовости. Может быть такое, что ты нажимаешь одну кнопку и игра просто заканчивается, я не знаю, что еще мне могут здесь предложить. Но что дополнительно интересно, абсолютно очевидно, что я поглотил силу босса, которого убил в прошлом уровне, и он... дал мне вот этот вот Hell Time, и я практически уверен, то, что следующие два босса тоже будут давать мне какую-то силу при их убийстве, и не мудрено, то есть не просто так
это сердце заряжается до 3 раз. Не просто так. Не просто так. Видимо, для того, чтобы я мог как-то свичиться, использовать эти 3 силы в отдельности друг от друга, тогда, когда мне и надо это. И так это, конечно, будет еще... Вот это-то имба сама по себе. Но 2 другие вещи, которые мне хотят добавить, если я прав, а я прав здесь вообще во всем, как мы видим, это будет вообще феноменальная просто какая-то история. Так, ну что, чёпы, мы там получили. Виктор Харьков, собственно, персона. Архивариус. Откровение охотника. Что ж там за откровение? О, сколько писем. Mail admin Lnet. Не доставлено письма с Марса. Ваше сообщение дошло до нескольких получателей. Следующие получатели не получили письмо. Кому? Катерина Харькова. Катерина, надеюсь, что дома все хорошо. Надеюсь увидеть тебя через несколько недель. Прости, что пропустил твой звонок. Я работал над проектом доктора Макнил. Как я понимаю, ему дали высший приоритет здесь, в Раскопе 1. Вчера опять победил Стокера. Ему явно нужно работать над собой. Надеюсь, что в следующей группе рекрут найдутся игроки получше. Задрот. Пора возвращаться к работе. Может, из-за моих переработок меня отпустят домой раньше. Скоро увидимся. Кому ты врешь? Ты не работал над проектом, ты просто играл и не ответил своей жене. А теперь уже поздно. Теперь уже поздно. Тем более, что письмо не дошло. Ре, не доставлено письма с Марса. У меня проблемы с отправкой и с получением почты. Похоже, что все происходит... Похоже, что все приходит назад. У вас проблемы с системой. У остальных в Раскопе 1 такие же проблемы. Можете посмотреть? Спасибо, ВХ. Элизабет Макнил. Он написал отчет в сети, что это значит? У нас осталось мало времени? И она ответила ему: я только что нашла твой отчет в сети. Спасибо, что разобрался с этим. Я буду в Раскопе 1 завтра в полдень. У меня за окном повалил снег. Снег в конце апреля. Это просто такое маленькое удивительное отвлечение. И Элизабет Макнил пишет: Виктор, мне очень нужно обновление о плите 2856. Отправь вечером свой отчет, у нас осталось мало времени. И теперь послушаем, что за откровение у этого охотника. Доктор Виктор Харьков, главный научный сотрудник. Я практически уверен, что как только мы найдем недостающий фрагмент таблички, подтвердится наша гипотеза, что между охотниками, которые упоминаются в текстах, и тем, что ищет команда археологов... Кошмар. Я из-за этого прослушал все сообщение. Но придется слушать ребят, придется слушать друзья, потому что там что-то рассказывается важно. Я так и думал, что так может получиться. Всегда боюсь ступать вперед, когда... Так, это все письма на всякий случай. Прощелку их, потому что не сохранялся. И... Доктор Виктор Харьков, главный научный сотрудник. Я практически уверен, что как только мы найдем недостающий фрагмент таблички, подтвердится наша гипотеза, что между охотниками, которые упоминаются в текстах, и тем, что ищет команда археологов, существует прямая связь. Боюсь, Макнейл оказалась права. Конец записи. Что? Это что, все? Запись супер неинформативная. В чем она оказалась права? Он прочитал какую-то табличку, и оказалось то, что между этой табличкой, точнее тем, что на ней написано, и тем, что ищут археологи, есть какая-то связь. Макнил права. Что к чему? И я ради тебя загружал игру. Да кто ты такой? Тебе не стыдно? Проклятие на твое посмертие, Виктор Харьков, потому что ты вынудил меня делать то, что не нужно. Ты еще кто? Что с тобой? Мне показалось, это какой-то новый монстр. Мне казалось, что какой-то таракан маленький какой-то, вообще не знаю кто. И все время, вот видите, как они пихают мне большие кучи вот этих монстров? Как они подают мне их? Они так вынуждают меня использовать хеллтайм, но я банально про него забываю. Потому что, ну, непривычно мне с ним работать, и как-то даже я немного стесняюсь, чураюсь использовать такую имбу. Да и как-то это настолько не по-думовски, вот эта магия какая-то, что... Я как бы просто стреляю без нее и все. Что мне нужно? Что у меня там засчиталось? Какая плита? А, все, задание выполнилось. Все это исчезло. И плита ушла, и попасть сюда ушло. Теперь мне нужно найти доктора Клауда. А, я понял. Я собрал информацию, которую требовал от меня Макнил. И все, что мне осталось, эту информацию отнести. То есть, довыполнять задание и закончить уровень. Я думал, это взрывная бочка, поэтому я и специально промахнулся. Вот тебе за это по щам. Интересно, а с таких реально можно собирать? Он не подсвечивается, то есть, наверное, с трупов зомби собирать души все же нельзя. Что как бы намекает? Мы начинаем додумывать уже за лор игры, и приходить к выводу, что у зомби нет души.
То есть зомби потеряли ее в процессе своей зомбификации, но душа сохраняется в человеческих трупах. Вот как это работает. Интересно, правда, как? Чем труп отличается кардинально от зомби? Не ясно. Но в трупе душа есть, в зомби нет. Смотри, не перепутай. А, кажется, уровень на этом заканчивается, и к тому доктору мне нужно будет прийти только в следующем. Ну что ж, этот уровень и так был не короток. Управление Эребус. Эребус — это будет следующий уровень. Ну что, покажете кино? Не покажут. Не покажут. И с двустволкой в руках я останавливаюсь здесь, перед следующим уровнем, который уже очень и очень напоминает мне какие-то марсианские коридоры классической кампании третьего дома. Вот такой вот уровень. Такой вот уровень феноменальный на эмоции. Мне он очень понравился, потому что двустволка. Потому что пауки, которых можно кидать, как-то я очень кайфанул в этом выпуске, потому что все получилось здраво и как надо. Надеюсь, что и вы тоже. А если так, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик и оставляйте свое мнение в комментариях под этим видео. Обязательно. Также забегайте в телеграм-канал, подписывайтесь и туда, не просто забегайте. Почему вы смотрите и не подписываетесь? Там же так круто. Спасибо вам за то, что посмотрели этот выпуск. До встречи в следующих уровнях. Пока.